За убийство матери ответит перед судом 36-летний житель столичного поселка Краснозатонский. Преступление случилось в частном доме в ночь на 20 октября прошлого года. Накануне событий пожилая женщина получила пенсию. По сути, единственный источник дохода ее сыном. И отправила его в магазин за выпивкой и закуской. Отпрыск поступил некрасиво. Смотрела телевизор. Потом зашел я, и между нами по поводу денег возник конфликт, потому что она мне дала деньги на продукты, чтобы я купил спиртное, а я ей не купил. И она начала меня всячески... А деньги-то куда дели? Деньги я потратил. Всячески начала оскорблять меня. После чего я разозлился, пошел на кухню. Пьяный мужчина в ярости схватил кухонный нож и 5 раз ударил сидящую мать, которая тщетно пыталась его оттолкнуть. После убийства лег спать, а когда проснулся, убрал лишние улики. Отмыл нож и попытался ее переодеть. Находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому переодеть, конечно, он ее не смог. Просто обтер лицо от крови, открытые участки тела, куда попала кровь. Ну и после этого побежал вызывать скорую, полицию. Он просто пояснял, я пришел домой, мама сидит в кресле и умерла. После задержания мужчина признался в нанесении ножевых ранений, но утверждал, удары наносил неосознанно и смерти матери, которая его сильно обидела, не желал. Следствие вменило ему умышленное убийство, за которое положено до 15 лет колонии.